Всем привет! Сегодня получил очередную посылку из США, вот такого вот размера. Вот. Сейчас включу свет. Хотел бы поделиться этой приятной радостью вместе с вами. Рассмотрим, что же сегодня к нам пришло. Посылка доставлялась довольно-таки быстро из США, приехала буквально, наверное, меньше, чем за 6 дней, что в принципе уже рекорд. Собирали мы ее с нескольких магазинов. Здесь у нас будет обзор магазинов Forever 21 и Аэропостал. Вот, как всегда, мои любимые сами магазины. Здесь как и подарки будут, так и личные вещи, которые покупал для себя. Опять же, долгожданные пупырышки. Почему-то, не знаю, назвал их долгожданные, наверное, нет, все-таки не очень. А вот наши накладные различных магазинов. Это мы потом рассмотрим. Ага, еще будет, забыл, здесь вот смотрю, что Аэропостал есть. С Картерса, значит, Картерс у нас здесь тоже попадет. Так, и Forever 21, отлично. Очень много разных упырышек. Спасибо огромное нашему любимому перевозчику, который нас балует и так быстро доставляет наши покупки. Вот. Так, это у нас детская одежда. Так, 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 откуда она у нас? Сейчас посмотрим. Bang & Bong. Честно говоря, наверное, с Картерса. Вот. Вот такое вот платьице детское для девочки. Хотя, честно говоря, не помню, чтобы у них писались на бирке Baby Bogosh для 9 месяцев. Ну да ладно. Наверное, это, наверное, не наше. Не наверное, а такие есть. Ну, в общем, посмотрим. Насколько помню, мы не заказывали этого. Так, разберемся и поехали дальше. Так, это у нас Ошкош. Вот такая вот одежка тоже. Я так понимаю, что такой-то комбез детский. Тоже на 9 месяцев. Это я покупал уже для себя. Это кепочка с магазина Forever 21. Вот такая вот. На ней написано Ruthless. Смешное довольно-таки название. Так, это я так понимаю, что приехали очки. Очки я тоже заказывал на Forever 21. Печатаю попозже немножко. Это вот такая вот. Тоже заказывали мы с Forever 21. Шляпка. Не знаю, как ее назвать еще. Будем называть шляпкой. Так, дальше пупырышки. Пупырышки, пупырышки еще. Вот такая вот еще красота. Да, здесь написано Картерс уже. Угу. Картерс.ком, поварам. Вот такое вот платьице. Красивое. Дальше, что у нас здесь дальше? Это какие-то штанишки тоже детские. На 9 месяцев. Тоже были заказаны на Картерс. Далее. Это мы заказали еще один кардиганчик. Наверное, в этот раз его достану и покажу. Собственно говоря, как он показан на сайте Аэропостал, собственно говоря, так он и выглядит в жизни. То есть цвет и форма своего кардигана соответствует реальности. Это какая-то рекламка от Аэропостал.
Вот. А вот это еще какой-то комбезик, вроде бы. Не знаю, что это. Не буду доставать, потому что это не нам. Это племяннице. Ну и вот такая вот. Заказал себе тоже сейчас отличные распродажи на AirPostale. Такая вот худи нельзя назвать ее, но довольно-таки. Что это? Что это? Ну, сейчас открою и покажу, что это именно. Так, это нам не надо тоже. Ничего там интересного нет. Это бомбер. Тоже мы его заказывали на сайте Forever 21. Стоит он 27,80. Доставать его тоже не буду, потому что это все не нам. Это не нам. Так, хорошо. Это еще один такой же. Но уже не мне, а на подарок. Мы купили. Так вот. Отличненькую, приятную вещь. Порадуем. Ну и сумочка. Сумочка у нас тоже с Аэропостала. Вот такая вот сумочка. Называется на сайте Messenger Bag. То есть почтовая сумка. Я ее тоже раскрывать не буду, потому что это не мне. Как вы понимаете. Вот, придет человек, откроет, посмотрит, надеюсь, что ему понравится. Ну и осталось самое интересное. Это очки. Честно говоря, первый раз, я до этого тоже, кстати, получал очки от Forever, но чтобы не шли в таком пакетике. Приятно. Вот, может быть, в предыдущий раз, когда мы заказывали. Этот пакетик просто выбросили, а сами очки положили в какой-то этот в пузырчатую такую бумагу. У меня есть видео, кстати, я там тоже показывал, в каком виде пришли мне очки. Ну, вот такой упаковки, честно говоря, первый раз. Приятно удивлен. На руку не очень удобно открывать, честно говоря. Сейчас порву, наверное, кулечек. Достану так. Пардон. Очки мне очень понравились. Так, вроде бы целые. Сейчас я их достану, пожалуй, и покажу, разверну, как они выглядят на самом деле. Здесь, наверное, будет удобней. Переместим. Вот. Оправа. Браво, браво. Должна мне подойти. Надеюсь, что мне подойдет она. Вот такой вот пакетик. Очень удобно все снимать это на телефон. Камера, к сожалению, у меня данный не работает. Вот. Такие вот очки. Так, что здесь написано у нас? Отсвечивает. Made in China, ну, в принципе. Отсвечивает все. Ладно. В общем, самое главное, что это не Taobao и не AliExpress. Вот. Так, раскроем, наверное, пожалуй, их. Посмотрим, что здесь нам за красота пришла. Но мне уже нравится, скажу вам честно. Вот, как-то вот так. Сейчас разверну еще больше. Неудобно на руку делать это все. Вот такие вот очочки себе заказал на лето. Да, странно, на одно есть. Ну, видимо, так и надо. На одно есть, оправе пакетик, на другой нет. Ну, в общем, вот такие вот клевые очочки. Вот камера немножко, конечно, увеличивает. Хотя нет, в принципе, вот если дальше их поставить немножко, то
вполне соответствует мне, хотя, конечно, немножко больше в жизни. Но на самом деле это не столь важно. У меня вот такие вот приятненькие очочки себе заказал, буду модничать. Так, друзья, что же дальше у нас ждет? Дальше нас ждет вот этот вот приятненький. Не, даже не знаю, назвать свитерком это сложно. Ну, скажем так, худи без замка. Вот. Как-то вот так. Сейчас достанем. Сейчас мы его достанем и разложим. Довольно-таки нет. Думал, что слишком толстое. Навес, ну, в принципе, сейчас одевать ее очень даже очень. Вот такие характерные, я не знаю, швы. Очень крутые, мне нравятся. Не знаю, как кому. Купили мы его за $10 с учетом распродажи на Аэропостале. Вот такой вот регланчик. Вот, что я еще хотел показать. Так, ну кардиган, наверное, не буду показывать. Вот, на сайте вы сможете его рассмотреть. Вот более детально. Там он еще есть. Всем огромное спасибо за внимание, что смотрите, что лайкаете, что не забываете. Буду записывать еще видео. Едет-то нам еще достаточно много посылок, поэтому приходите, буду рад. Всем огромное спасибо за внимание и пока-пока.